Международный форум «Сделано в России» – отличная возможность заявить о себе и своих проектах. На единой площадке в Москве собрались предприниматели с разных уголков страны и те, кто планирует масштабировать свой бизнес, выйти на экспорт и найти новых партнеров. Среди них и Ульяновская область. Регион настроен на новые горизонты. Путь к ним выстроен через логистический маршрут «Средняя Волга», «Каспийское море», «Персидский залив». Одноименный проект представили на пленарной сессии. На этот проект мы возлагаем большие надежды, рассчитываем, что маршрут позволит значительно увеличить объем товарооборота со странами Центральной Азии и Ближнего Востока. Что мы уже сделали? Первое, мы провели переговоры о взаимодействии с рядом отечественных и зарубежных государственных и частных структур. Участники переговоров проект поддержали. Новый маршрут поможет организовать единый транспортный поток, что сократит траты на перевозку и позволит завозить грузы речным путем в порты Ирана и Индии. Как итог, экспорт расширит свои границы. Это касается не только сельскохозяйственной, но и промышленной продукции. И в этом, безусловно, с нами союзники выступают все волжские губернаторы, потому что все хозяйство портовое, оно осталось с конца 90-х, даже с начала 90-х. И, безусловно, сегодня оно не отвечает требованиям запросов и грузооборотов, и логистики, и товарооборота. Восстановить инфраструктуру поможет ряд мер поддержки, среди которых средства на модернизацию портового хозяйства, ремонт и реконструкцию причалов. Серьезные намерения о сотрудничестве Ульяновская, Пензенская области и Чувашская республика скрепили трехсторонним соглашением. Оно подписано в рамках форума и говорит об объединении усилий, формировании сборных грузов для дальнейшей отправки по логистическому каналу. Новые возможности открылись благодаря нацпроектам «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт». Александра Никитина, Управда ТВ.